каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня на уровне заместителя мэра по социальным вопросам Натальи Попугаловой прошло заседание комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию шага. Участники совещания обсудили вопросы подготовки мест и помещений, проведения праздничных мероприятий и обрядов. Расчищенная от снега территория национального парка Тувы, местечко Кадарчы, гора Доге. Для проведения обряда Сансалары. На площади Арата установят юрту, где будет организована подача горячего чая с молоком и тувинских национальных блюд. Также в местечке Кадарчы на горе Доге и национальном парке посетители могут согреться горячим чаем и полакомиться национальными блюдами в юртах и палатках. Охрана общественного порядка возложена на Министерство внутренних дел. 3 февраля в 11:13 часов мероприятия по празднованию шага пройдут в Вавилинском затоне, звероферме, спутнике и в правобережном дачном обществе. 4 февраля в 12 часов на территории возле Хуре на левобережных дачных обществах также начнется праздничное представление к шага. По плану мероприятий пройдет яркий концерт с участием артистов арт-центра «Найсылал» и Центра тувинской культуры и ремесел. Жители ЛДО ждут зрелищные конкурсы, поднятие барана, перетягивание каната, манчичери, метание аркана и многое другое. Победители конкурсов и соревнований ждут приятные призы. Из 22 часов в Хуре на ЛДО начнется ночной молебен. А самое масштабное празднование шага традиционно состоится на площади Арата 5 февраля в 13 часов. Почти 5500 человек в Туве легализовали трудовые отношения в 2018 году. Итоги работы Министерства труда и социальной политики Тувы, его подведомственных учреждений за 2018 год, а также приоритеты деятельности на текущий год рассмотрены на заседании расширенной коллегии. Отмечается увеличение в Туве количества занятого населения. Только по итогам ноября 2018 года их насчитывается более 118 тысяч человек. На этот показатель повлияла широкомасштабная работа по информированию населения о легализации трудовых отношений. В целом за год трудовые отношения официально оформили около 5500 работников. Более 15 тысяч граждан обращались в центры занятости населения в поисках работы в течение 2018 года. Около 11 тысяч человек трудоустроены на постоянные, временные и сезонные работы. Из них более 4 тысяч человек на постоянные. Обучение на востребованные профессии прошли почти 600 безработных граждан, которые после окончания курсов трудоустроены под конкретные рабочие места. Соответственно, общая численность безработных граждан по итогам ноября 2018 года снизилась на 39% и составила чуть больше 13,5 тысяч человек. В рейтинге субъектов России по уровню общей безработицы Тува по итогам ноября 2018 года поднялась с 84 на 79 место. Заемщикам серьезно упростили жизнь. С 29 января вступают в силу поправки в законодательство о потребительских кредитах и микрозаймах, подписанные президентом в декабре прошлого года. Взявший в долг больше не будет рисковать переплатить в разы. Все платежи по кредиту не могут превышать основной долг больше, чем в 2,5 раза, а максимальная процентная ставка не поднимается выше 1,5% в день. После достижения этой планки начисление процентов и других платежей должно быть прекращено. Постепенно максимальная процентная ставка по потребительским кредитам снизится до 1% в день. И еще важное новшество. Нелегальный кредитор или коллектор больше не может требовать исполнения по такому договору даже в судебном порядке. Нарушителям придется покинуть рынок. В январе-ноябре 2018 года основной статьей экспорта из республики стала поставка каменного угля. Так, за указанный период Тыва экспортировала данную продукцию в 9 стран на сумму более 56 миллионов долларов и общим весом 446 тысяч тонн. Объем экспорта каменного угля из Тувы распределяется следующим образом. Республика Корея, Украина, Китай, Япония, Тайвань, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Гонконг. По данным Федеральной таможенной службы страны, в 2017 году республика не экспортировала данную продукцию. Среди субъектов России, экспортирующих каменный уголь, Тува занимает 13-ю позицию. Лидером по экспорту данной продукции является Кемеровская область, на долю которой пришлось 69% общероссийского экспорта каменного угля.
И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 34 копейки, евро 75 рублей 88 копеек. Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. С 28 января по 2 февраля. ЦУМ. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. Около 6 тысяч школьников Тувы в 2018 году приняли участие в онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности. Всего они просмотрели 470 уроков. Эксперты банка рассказали ребятам о том, как составить личный финансовый план, правильно брать кредит, зачем нужна страховка и о многом другом. К образовательному проекту в Республике Тува присоединились уже более половины школ. В основном это сельские школы, для которых вопрос дистанционного образования особенно актуален, потому что он выравнивает шанс получить знания, такие же, как для городских детей. Наш постоянный партнер и помощник – это, конечно, Министерство образования. У нас в планах включить методики преподавания основ финансовой грамотности в детских садах, в СУЗах, в ВУЗах, ну и, конечно же, в школах. Больше всего онлайн-уроков посетили ученики школы номер 2 поселка Каахем Кызыльского района. 49 занятий. Специалисты Банка России приедут туда и в некоторые школы Каахемского, Лукхемского, Тандинского и Чаохольского районов и уже лично проведут открытые уроки финансовой грамотности. Кроме того, самые активные школьники получили памятные сувениры и дипломы. Диплом победителя республиканского конкурса «Эссе рисунка стенгазет «Финансовая грамотность» за второе место в номинации «Рисунок возрастной категории от 11 до 14 лет» награждается Ондар Ханагерен. Похлопаем! Вот это диплом победителя. Это подарок. А во время весенних каникул музейно-экспозиционный фонд отделения откроет двери для учеников этих школ. Продвижением онлайн-уроков финансовой грамотности в Туве занимаются и специалисты Министерства образования и науки Республики Тыва. Этот проект не единственный, который мы ведем вместе с министерством. В планах внедрения преподавания основ финансовой грамотности в детских садах, школах, среднеспециальных учебных заведениях и вузах. Лишь общими усилиями возможно эффективное финансовое просвещение, отметил Олег Удумбара. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики остается стабильной. По оперативным данным Управления Роспотребнадзора региона, за последний месяц в республике зарегистрировано более 800 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 25,8%. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе увеличился на 23,9%. Заболеваемость ОРВИ зарегистрирована среди детей в возрасте от 0 до 6 лет. 535 случаев, с 7 до 14 лет 136 случаев, старше 15 лет и взрослых 170 случаев. Госпитализировано за неделю 78 больных, из них детей до 14 лет 72 человека. По Кызылу зарегистрировано 444 случая ОРВИ. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе увеличился на 31%. Все необходимые мероприятия, утвержденные заместителем председателя правительства, также план мероприятий оперштаба республики, все руководители у вас есть, поэтому мы просим продолжить соответствующие мероприятия, а именно в организованных коллективах обеспечить готовность, исправность работы бактерицидных установок для обеззараживания воздуха, соблюдение всех режимов теплового, питьевого, масочного режима, утреннего обязательного фильтра детей в организованные коллективы в целях раннего выявления случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Также готовность учреждений здравоохранения республики, наличие неснижаемого запаса противовирусных антибактериальных препаратов, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты в установленном порядке еженедельно
проводится анализ ситуации, и отчетные данные предоставляются Федеральной службой Минздрав Российской Федерации. Поэтому, уважаемые коллеги, еженедельно, ежедневном режиме в течение недели необходимо на своих участках провести соответствующие противоэпидемические мероприятия. Также учреждения культуры, образования, социальные учреждения указываем на необходимость неукоснительного соблюдения всех тех требований, которые направлены на профилактику ОРВИ и грипп. Двадцать аудиокниг на тувинском языке добавлены в фонд электронной библиотеки, у которой есть и мобильные версии. В Тувинской республиканской специальной библиотеке в 2018 году появилась услуга удаленного доступа чтения аудиокниг на тувинском языке для незрячих и слабовидящих читателей. Теперь же аудиокниги можно слушать и с помощью приложения для смартфонов. Аудиокниги на сайте www.av3715.ru – это первая интернациональная онлайн-библиотека «Логос», которая предоставляет возможность удаленного доступа для читателей с нарушениями зрения и аудиокнигам в специальном формате LKF. Ее создатель Александр Михайлов, который много лет работает в издательстве «Логос ВОС», руководителем цеха звукозаписи. Благодаря сотрудничеству с Михайловым, коллектив Тувинской республиканской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих в декабре минувшего года разместил в онлайн-доступе 20 книг на тувинском языке. В дальнейшем этот список будет пополняться. Уже в феврале этого года будут добавлены еще 10 книг. Пользование онлайн-библиотеки «Логос» и скачивание аудиокниг для зарегистрированных пользователей бесплатно. Для того, чтобы пользоваться полным функционалом, не только слушать онлайн, но и скачивать понравившиеся книги, необходимо пройти процедуру регистрации в Тувинской республиканской специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. И в течение суток читатель получит на e-mail подтверждение регистрации с паролем доступа. Замерзаю без внимания. Третий год уже пуховик ношу. Хочу что-нибудь новенькое. Знакомо? Быть может, женские капризы – это всего лишь желание выглядеть дорого, элегантно и при этом не замерзать. Тогда самое время посетить выставку дизайнерских меховых изделий от компании «Белка». Внимание, дамы! Вас ждет невероятно стильная, разнообразная коллекция меха 2019 года. Норка, куница, мутон, лиса, а также лимитированная норка-крестовка, модные шубки «Автоледи», практичные шубы-трансформеры, модели фасона «Летучая мышь», шубы из комбинированного меха и эксклюзивные изделия из европейского меха. Примечательно, что цены на выставке «Белка» строго от производителя. Никаких накруток. При наличном расчете скидка 30% на весь ассортимент. Но вишенкой на вершине торта для кызылчан, пожалуй, станет то, что абсолютно любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. Выставка «Белка» продлится с 28 января по 2 февраля в торговом центре ЦУМ на улице Тувинских добровольцев, 22. Московский театр «Мьюзик Холл» в канун праздника Дня Святого Валентина, а именно 11 февраля, представит премьерную комедию «Притворство и любовь». В основу спектакля легла пьеса актера, режиссера и драматурга Жанна Даниэля. Зрителей порадует по-настоящему звездный актерский состав. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев, Татьяна Абрамова и Анатолий Котенев. И нам всем вместе нужно договориться, что мы ему скажем. Договориться? Я ничего ему говорить не буду, если вообще разговариваю. Да, конечно, ты не вздумайте. Ничего говорить не нужно. В общем, смотрите. Сюжет завязывается хрестоматийно. Многим известен классический анекдот, когда муж возвращается домой и застает жену с любовником. Последнему срочно приходится прятаться в шкаф. В версии московских театралов любитель чужих жен отправился на балкон. Правда, при попытке бегства ночью был пойман мужем. С этого момента и закручивается лихое действие комедии. У меня еще никогда не было так ясно в голове. Много из того, что раньше... Тонула в тумане.
Этот смешной и легкий спектакль сделает вечер незабываемым и в полной мере подарит зрителям положительные эмоции и душевное вдохновение. Напомним, спектакль пройдет 11 февраля в 19:00 на сцене Национального театра имени Кокола. Зима, мороз, а настроение отличное. В Новый год с новой бытовой техникой. Такого в Кызыле еще не было. Дискаунтер бытовой техники «Ценолом» в честь наступающего праздника «Шага» дарит крутые подарки за покупки, а также объявляет большую телераспродажу. Выбор порадует даже самых избирательных покупателей. 3D, 4K телевизоры и смарт-модели различных диагоналей. Кстати, все товары вы можете приобрести как в кредит, так и в рассрочку, прямо на месте. У любого товара в нашем магазине есть две цены – обычная и клубная, которая действует с нашей клубной картой. Для наших постоянных покупателей это хорошая возможность сэкономить на каждой покупке и даже получить дополнительную скидку. И еще одна хорошая новость. У «Ценолома» есть группа ВКонтакте vk.com/ценолом, где регулярно проходят конкурсы с ценными призами. Например, 6 февраля дискаунтер бытовой техники подарит одному счастливчику телевизор Toshiba и 5 премиум термосов. Подписывайтесь и участвуйте. Я тоже решила попытать удачу. Дискаунтер бытовой техники «Ценолом». Интернациональная 112. По республике облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -29, -31 градус. Днем -21, -23 градуса. На дорогах гололедица.